река наша маловодная и подо льдом питается исключительно подземными источниками, в которых имеется превышение по жесткости, иногда по железу. На данный момент по железу мы ничего не наблюдаем. Жесткость возросла, но не превысила ПДК. Потребители могут видеть при нагревании отложения, белые отложения. Это как раз соли жесткости, которые выпадают в осадок, нерастворимый, который, естественно, он полностью безопасен для организма. Просто органолептические свойства воды, естественно, портятся. Взяли пробы, где вода поступает непосредственно на, в систему города, посмотрели, что цветность в норме, значит, органолептические и химические свойства воды, анализ воды будет понятен через сутки, но если взять со вчерашнего дня анализ воды, то он соответствует предельно допустимым концентрациям, то есть содержание веществ различных соответствует предельно допустимой концентрации, и сейчас мы идем пока по нижней границе, то есть вода хорошего качества.